Сергей, поздравляем вас с великолепным выступлением сегодня. 8 очков из 9 – это очень впечатляющие результаты. Вы сейчас на третьем месте, всего на полочка отстаете от Хикару. Расскажите, пожалуйста, о ключевых партиях и какие партии больше всего запомнились? Спасибо большое. Ну, все началось с моей партии с Каспаровым, в которой он очень оригинально разыграл дебют. Я, естественно, совершенно не ожидал, что он пойдет в королевский гамбит, и тем более после ЕФ там вместо распространенных ходов типа конь С3 и слон С4 он пошел конь С3, что является очень редким ходом. Ну, и потом была очень сложная борьба, но в какой-то момент, мне кажется, я его полностью переиграл, и у меня была абсолютно выигранная позиция, и я ее не выиграл. Я был очень недоволен тем, что мне не удалось выиграть, но потом как-то мне удалось собраться, и в принципе, каждую партию я играл на победу, в каждой боролся. Где-то мне, конечно, везло, как, например, в партии с Ликуангом или с Наварой, но там, в принципе, это блиц, и абсолютно без везения выиграть невозможно, поэтому я, конечно, очень доволен сегодняшним днем. А как будете отдыхать перед завтра, как будете готовиться? Ну, наверное, я предприму традиционную для меня прогулку, где-то она обычно длится часа полтора, погуляю, потом главное хорошо выспаться, потому что завтра будет тяжелый день, это уже понятно. Удачи завтра. Спасибо.